первом применении так называемого терапевтического клонирования. У пациентки с диабетом взяли клетку кожи, пересадили ее ядро в донорскую яйцеклетку, та начала делиться, и дальше образовавшийся эмбрион подвергли сложным химическим воздействиям, чтобы получить стволовые клетки и пересадить обратно пациентке, вылечив ее считавшуюся неисцелимой болезнь. Скептики, конечно, заявили, что это убийство, но ученые указывают, что по действующим законам эмбрион не считается человеком, а потому опыты ради спасения жизней будут продолжены. Это было «Чудо техники». Программа о том, как...